Привет всем! С вами Дарина. Сегодня я расскажу вам, каковы отличия моделей Epson Expression Premium XP630 и XP830. Начнем с общего. Оба МФУ из одной серии и имеют одинаковый печатающий механизм. Оснащены печатающей головкой с 5 отдельными картриджами. 4 отвечают за фотопечать и отдельный черный картридж для текстовых документов. Каждый картридж легко меняется, без особых усилий. Разрешение печати 5760 на 1440 точек на дюйм. Минимальный размер капли 1,5 пикалитра. Печать без полей доступна на всех предустановленных форматах. По скорости печати линейка Premium XP лишь немногим уступает высокоскоростным офисникам – 13 монохромных и 10 цветных страниц в минуту. Фото формата 10x15 выдаст за 20 секунд. Оба устройства получили встроенный модуль автоматической двусторонней печати. Имеют два нижних лотка подачи бумаги. Первый лоток рассчитан на 100 листов офисной бумаги, а второй для фотобумаги на 20 листочков. Также есть лоток для печати на дисках. Что касаемо способов подключения, то оба устройства максимально дружелюбны к пользователю. USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, поддержка мобильной печати, есть возможность подключаться по PictBridge и даже печатать напрямую с карт памяти. В принципе, если вам устройство необходимо только для печати, именно это для вас имеет первостепенное значение, то с легкостью можно взять XP630 и не переплачивать. Отличие этих двух моделей не в том, как они печатают, а в том, что они еще умеют, помимо этого. Первое отличие. XP830 поддерживает еще и подключение по Ethernet. Да, для дома это не столь важно, но в офисе может пригодиться. Еще одна полезная офисная функция – это факс. И как вы уже успели заметить, панели управления у них тоже очень отличаются. Младшая модель оснащена сенсорной панелью управления с жидкокристаллическим дисплеем 2,7 дюйма. А у XP830 уже сам дисплей сенсорный, диагональ 4,3 дюйма. Относительно сканера, оба устройства имеют возможность сканировать в режиме интерполяции с разрешением 9600 dpi. Но оптическое разрешение XP630 в два раза меньше, чем у XP830. Это значит, что качество изображения будет лучше у старшей модели. Кроме того, здесь есть автоподатчик на сканер и возможность автоматически сканировать с двух сторон. Еще один приятный бонус XP830 – это тыльный лоток для особо плотных носителей. Если вам необходимо работать с нестандартной бумагой, к примеру, дизайнерский картон или плотные листы для скраббукинга, то тыльный лоток предлагает больше возможностей, чем стандартный нижний. Да и в целом, XP830 не просто так носит статус флагмана линейки. Если вы ищете максимально комфортную для работы модель, то выбор здесь очевиден. С ним не нужно руками выдвигать приемный лоток. Он выезжает автоматически, как только вы запускаете что-то на печать. XP630 – хорошая модель, но без участия человека печать не пойдет. На этом у меня все. Делайте правильный выбор и обращайте внимание не только на цену устройства, но и на то, что вы получаете за свои деньги. Используйте расходные материалы InkSystem. До встречи!